Всем здарова, ребят, с вами я Playton Fed. И сегодня я буду обозревать карту Тинькофф Джуниор. Да, это первый обзор, так сказать. Да. Ну, короче, карточка, я уже пользуюсь более чем полгода. Да, ну, карточка нормальная, как бы, ну, обычная карточка, только для детей. Да. И как вот она выглядит как? Вот. Так вот. Сзади я вам показывать ее не буду. Номер с поликардом. Нафиг мне это надо. Да. Карточка сама по себе, она хорошая. Да. Так. Ну, Тинькофф Джуниор, да. Карточка, ну, можно прикладывать ее. Да, можно прикладывать. Можно вставлять ее, да. Вставлять можно. Как, можно вообще ее в телефон зафигачить. Телефон расплачиваться, да. Ну, много чего можно с этой карточкой делать, да. Ну, по сути, это она обычная карточка, вот и все. Я очень часто расплачиваюсь ей телефоном, да. Ну, что же сказать. Хорошая карта, да. А, ребят, забыл, да. Еще я сделаю обзор приложения, да. Приложение называется Тинькофф Джуниор, да. Заходим в него, сразу видим плюс, это сканер отпечатков пальцев. Ну, если, конечно, у вас есть отпечатки, а то я знаю, у некоторых Xiaomi есть, типа, нету отпечатков пальцев, да. Я прикладываю просто отпечаток пальца, и все. Значится, потом, тут есть, смотрите, моя карта, да, копилка. Тут есть копилка, это сразу вообще бомба. Смотрите, как тут переводить, пополнить с моего счета. Мой счет. И вот я, например, хочу всю сумму перевести. Перевести. Переводим. Да. Все, перевели. Да. Так, потом, значит, тут есть моя карта. Мой счет. Оплатить. Отклонить. Так, пофигу. Реквизиты пополнить, оплатить, да, как бы. Так. Ну, ребят. Вот тут как бы реквизиты пополнить, да, июль я 250 рублей потратил. Ну, как бы, ну, нормально такое, ну, как бы, ну, и в принципе все, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Playton Fed, всем пока-пока.